Буэнос диас, братва. Ядерный рассвет взрывает ваши экраны. А это значит, что мы продолжаем искать деталюхи в Borderlands. Поэтому садитесь поудобнее, берите свои ништячки и делайте громче. Поехали. Так, у нас осталась последняя деталька в этой миссии. И она находится где-то вон в тех ебенищах. Ох, я чувствую, нам придется пострелять. Да знатно так. Проходить все это дело с таким потом, я очень быстро начну воспламеняться, прям как та собачка. Че, лезем дальше? Опять собаки полезут, готовимся. Чуть не добил. Так, нам сюда. Ага. Экспа летит просто вагонами. У-ху! Че, не нравится, да?
Пидарасина очкастая. Блять, я не могу понять, откуда мне насыпают. Все, можно съебывать. Зря я в эту очку полез, надо, значит, было по верху ходить. Не очень хочется встрять. По самой не горюй. Так, значит, нам все-таки вот туда. Отлично. Сейчас разберемся заодно, что там да как. Ага, так. Дробовик. Владов, не обязательно быть хорошим стрелком. Так. Достаточно выпустить как можно больше пуль. Кажется, кто-то левелапнулся. Ништяк. Так, эта ветка полностью вкачана. 31 левел. Забойно. Я растрачиваю свой талант на этой пустынной планете. Опять туда же. Сука. Greetings. This is Mr. Blake, senior vice president in charge of mercenary relations and tourism for the Hyperion Corporation. You know, the company whose troops you just ruthlessly slaughtered. I like that. Choose initiative. Meet me at the Hyperion Tourist and Information Center.
and I'll make it worth your while. Твою-то мать. Чё, попробуем ещё заходик. Какая-то роботронная атака. Вот он. Доел. Придурки, это что-то новенькое. Посмотрим, что будет дальше. Но я хотя бы не так потею. Никак, потяра есть, но не сильно. Начало положено. Ох ты ж мать твою, вот это атака. Самое смешное, я не всегда понимаю, откуда меня насилуют. Просто какой-то изнасилование. Нет, я бессмертен! Я просто ничего не успел сделать. Дело запахло конкретной такой мочиловкой. Damn apple! Daddy! Daddy! Damn it! It looks like...
Я так и знал, что ты, сука, не ускользнешь. Да ёбаный насрал, что происходит? Ребятки, да это же тупо качалка. Бедный робот, и теперь он конкретно мозги промыл. Самое плохое то, что я не могу понять, откуда по мне работают, да черт подери. Вопрос патронов, да, у меня не стоит. Нет, дайте я все-таки перетряхну инвентарь. Не, куколки довольно-таки достойные. Только мне надо хильнуться. Я за лучше у меня эти штуки есть. Было. Я не думал, что миссия настолько плотная.
Я просто хватаю детали, не глядя, чтобы побыстрее отсюда свалить, сука. Все, кажется, пиздос. Так, давайте-ка, наверное, поставим 3000. Гори. Так, немножко почесаться и собрать оставшиеся 8 деталюх. Так, осталась всего одна деталька. Я так понимаю, можно выходить, да? Ну, качалка, конечно, получилась знатная. Учитывая, что нас ожидает еще некоторое мочилово. Если приходится делать больше одного выстрела, значит, у вас в руках явно нет шейков. Не кисло. Там, получается, просто ни с хуя подняли 200 тысяч. Do these teeth make my gums look fat?
Че, сходим еще разок качнемся или пока не будем? Я найду, где это спихнул. Isn't our little band of corporate raiders. Let's think outside the box. Phase one is crucial. Without a successful phase one, there can be no phase two or three. And phase four would be right out. All of Tartarus Station's bridges are up, and the power is down. We need those bridges lowered in order to reach the next phases. Hyperion Corporation, building bridges to a new tomorrow. Damn, I'm good. Кому нужен врач, когда есть мои машины со своими страшными иглами? Маркус? И здесь он. It's a beautiful day on Pandora. Well, apart from the mechanical Armageddon. Maybe I got something for you. Ваш лучший выбор – Дедиор. Мы продаем лучшее снаряжение на планете. Those robotic bastards have stolen my bus time. Joke's on them. Так, теперь куда? Ну только как туда пробраться-то, а? Угу. Назад уже как-нибудь выползу. Да здравствует Мочилова. Let's go.
Да что ты делать-то будешь, блядь? Когда ж вы кончите, это псы? Хотя мне это больше на руку, я вам так скажу. Желающие умереть кончились, я так понимаю. Так, на переходе по-любому торгаш будет. Не, ну если я каждый раз буду влипать в такие замесы, я 35-ю апну крайне быстро. Я еще по сути только первую парочку миссий апнул. А уже, блядь, до 31-го, сука, качнулся. Это что, блядь, такое? 104. Раз 3, 6, 9. Похуй на маленький. Так, пистолетик. Все, хуйня, кроме печенья. И спасибо Джарвису, что у меня, блять, бесконечные, сука, патроны. Ну-ка, что-то мне вообще хотят. Ага. What's the matter? Scared? More than a few brave men have turned chicken at Sanders Gorge, and even more have made that truly awful joke. Копье-то здесь при чем? Короче, не спеша, пиздуем вперед. Щит откатится и дальше пойдем. We'll be right back.
Нет, Габелла нахуй. Было сразу понятно. Кому нужен врач, когда есть мои машины со своими страшными иглами? Так, лечивом я закупился по полной. Хватило. Все равно хуйня. Если нужны лекарства, подходим и берем. Там хоть видно, куда идти, блять. Я вообще, блядь, ни черта не вижу. Дайте-ка посмотрю в настройках графики. Яркость на полную. Ага, нашел. Фу, бля. О, железки. Там за хуйня сидит. То чувство, когда вообще не видишь, куда лезешь. Вот как это, блять, назвать? Лекарство на любой вкус.
Сейчас звезду трансфузионками закидывается. Опять непонятно куда идти. Рано осмелил. Да уж, стычка получилась знатно. Отсидку. Ух, блять, как меня эти кошки-мышки заколебали, кто только знал. Блять! И мы снова вернулись к тому, что пришли.
Вот как, блядь? Вот как, блядь, в таких условиях играть? Стопы. Тут еще какое-то очко есть. Здорово. Так, зачищено. Ладно. Пока побродим, посмотрим. Меня, конечно, дико смущает вот это вот местечко. Только смущает, уж ни хрена не видать. Так что нас сейчас здесь будут насиловать, поэтому сразу бежим к аванпосту. К бою. Даже какой-то эпический ган выпал. Сурово. Есть 32-й, сука. Как я вам, а? Что я, собственно, поднял? 136 разрывными. Мабой. Мабэйби. Зажигалка все-таки лучше. Okay.
Так, этот готов. Потом еще надо будет как-то отсюда выбраться. Не находите? Роба-рыба? Мне кажется, что я... Мои полномочия уже все начаты. Ой, блядь. По-моему, настало время снайперской стрельбы, нет? Откатить щит. Это же меня сейчас уебут. Есть подрыв. Так. Вторая минус. Откатываемся. Ох ты ж мать твою. Аж руки затекли. Да, все это говно, конечно, приводит к напряжению. Гори. Что-то как-то не очень я хочу, чтобы дело запахло изнасилованием. Но, видимо, все к тому и идет.
Угу. А вот и заветный подъем. Только, блядь, на этой лестнице настолько темно. Так. Так, у меня там, походу, опять переполнение буфера. Так, поэтому давайте-ка... А, по части за аптечек. 5, 7, 5, 10, 8, 6... 5000. Раньше я такого себе позволить не мог. Здесь не то. Честно, надо мне отваливать от той двери. Встретившись с дикими зверями, вы будете рады, что приобрели лучшее стремление. Готово. Так. Я сейчас что-то не понял. А мне тут. А, вон оно что. Нет, не туда. А вот туда. Да, прикольно. Ой. Ты еще что такое? Робонокс? Чего, блять?
Так, только не говори, что ты тут призвал фамильяров. Вот так оно по сути было. Так. Да, дамаг у него может быть, конечно, и хороший, но ДПМ никакой. Давай-ка мы сделаем вот так. Пошло все сразу. Блять, эти ебучие робики меня уже заколебали. Готов, чунка. Пизда рулю. Сколько же тут барахла. Что? Ой, правильно бегу. Блин, вся проблема в том, что не видно вот абсолютно ни хрена. Ну куда мне дальше идти-то, ёптысь? А, блин, вот эта вот темнота заставляет путаться, пиздец как.
Так, ништячки. Еще одно иридианское колокакало. Managed to make possible what my team thought impossible. Way to capitalize on lowered expectations. Head back here so we can execute phase two of Operation Trap, Clap, Trap, Trap. Эпическое мясо. Давненько так, кстати, не херачил. Во-первых, нужно слить часть барахла. Так, давайте попробуем боковым путем пройти, там, мне кажется, короче. Купи аптечку, не пожалеешь. Так, оружки. Так, СМГ надо сменить. Скорострел у него просто никакущий. Ну, заебись. Остальное все нужно сливать. Жду. Когда есть мои машины со своими страшными иглами. Может даже придется и пострелять, но я как не против. Козырно, забойно. Я хотя бы вижу, что здесь происходит, давай. Так, мостик. Потом, получается, надо вывернуть куда-нибудь направо. Бум. Еще один дезинтегратор, да как так? Здесь мы уже были, по-моему. Стоп. Ой. Да ладно. Мы выбрались, ёбаный насрал. Ну, скрывать не стану, было жарко.
Я же начинаю позевывать с такой подачи. Если нужны лекарства, мусорщик. Не тот мусорщик. Так, на станцию. Дайте-ка на всякий случай сверю хронометраж. О, мать твою за ногу, вот это мы повеселились сегодня. Это целый стрим получился. Your opinion is important to us. On to phase two. Our intel reports that the enemy is using a nearby factory to rebuild and refit their own claptraps. This is a clear violation of numerous patents and copyrights held by Hyperion. Also, they're constructing a robot army, which is bad as well. Lower the bridge, break into the facility, and shut them down. And please do remember to keep your receipts, or you will not be reimbursed. Да уж. Получилась охрененно длинная серия. Да, возможно, я вас утомил, но кто знает. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До скорого.